Так, ребят, это продолжение. У меня запись прервалась. Так, окей, и это оказалось все правильно. То есть четвертая миссия выполнена. Теперь ты можешь использовать программу Port Listener, чтобы подключаться к устройствам, взломанных с помощью обратного соединения. Port Listener, что это такое? Так, это... Стоп. Так, магазин, войти. Вот, спешл. Port Listener. Ну, купить. Так, ладно. Блин, капец, деньги здесь улетают просто. Только заработал, блин, пятерку. Три дали, и три, блин. Потратил 15, 25, блин. А, вот здесь уже более интересно. Смотри-ка, да, здесь вообще классно прям пошло. Отлично. Не, вот так, конечно, интересно, интересно становится. А, вот такой, да? У меня такого что-то Switch не было. Новенький какой-то. Demo Company. Так, ну вот смотри, вот этому я подключаюсь, здесь все зелененько. Вот этому подключаюсь, тоже все зелененько. Странно. Ага. Мне кажется, здесь они что-то не доделали. Я имею в виду в самой игре. Где вот это Special, Port Listener, вот это вот. Так, это мы понятно, это получили. Надо, получается, выходить обязательно из него. Port Listener, давай суп, сквип, вот эта династия. Не, все равно. Не-не-не-не-не, оно не работает, походу. Да, здесь нету этого.
Ну вот, демо. Да, она вся почему-то... Опа. Нет, кстати. Так, ну у нас обычно через веб-браузер вот этот эксплойт работает. Что-то я вот на самом деле не очень понимаю, зачем вот это надо. Это типа тоже бот сервера, что-то вроде этого, что ли, получается. Просто для опыта получения. Но в чем прикол? Они что-то дают или что-то еще? Пока, конечно, непонятно. Все, у меня все есть. Demo Company 1, Demo Company 2. И в чем прикол-то, я не понимаю. Ну давай, взломаем их. Не понимаю, что это дает. Мне кажется, здесь еще что-то нужно докупить, чтобы потом это использовать. Потому что пока это какая-то чушь. Чисто из-за опыта. Да, и справки нету. Ладно, пошли в штаб. Миссии. Войти. А все. Здесь больше нету. Ну, давай посмотрим миссии. Для заработка очков опыта. Понятно. Короче, ничего такого. Так, а у нас еще был... Так. Вот, RaimSolve. Активный, вот он. Через 6 часов там они скажут, заплатят они или нет. Биткоин майнится, но очень мало. Да, очень мало. Так. Давай посмотрим. Чатики, да?
Каналы связи. Я думаю, там в дальнейшем что-то будет еще. Пошли в штаб миссии. Отключи государственный веб-сайт для помощи протесту активизма. Выбрать. Для этой миссии вам нужно знать, как взломать последний самый слой. А, это стоп, это было. Так, вот это. Веб-сайт использовался атаку 3 минуты. Ethiopia.et. Погнали. Да ёптель-моптель. Так. Погнали, 3 минуты. Раз, два, три, четыре. Так, ну чё, ребят, я, наверное, паузу поставлю, чтобы вы это не ждали. И потом, когда 3 минуты будет, я просто включу. Так, ребят, 3 минутки прошло. Все, можно остановить. И мы получили денежки, я так понимаю. Какие-то копейки. Ну ладно, зато быстренько. Так, а теперь мы идем опять в штаб. Миссии, войти. Хактивизма. Давай, погнали дальше. Отключи государственный веб-сайт для помощи протесту. 25 устройств. Так, погнали, да, выбираем. Так, где хоть она миссия? Вот. 3 минуты. Саус Африка. Северная Африка. 3 минуты. Окей. Так, выбрать цель. Саус-Африка. Вот она. Ну и все то же самое. 3 минуты. Ну, какие-то деньги мы за это получим. Можем комп, наверное, обновить. Раз, два, три. А это потому, что мы, видите, этих ботов подключили, и теперь у нас мощный сервак. Все, сайт не работает. И ждем также 3 минуты. Я паузу поставлю, чтобы вас не мучить. Здесь еще, ребята, очень интересно. Если начинает сервера мигать, это значит, что их ремонтируют. На них нужно еще и тыкать. Ну, типа, как игра в игре.
Все. Денежку мы получили. Два косаря у нас есть уже. Все, погнали дальше. Давай еще миссию войти. Выбираем. 35 устройств. У нас есть 35 устройств. Читаем. DDoS-атаку 3 минуты. Chile.cl. Все, окей. Погнали. Погнали, у меня много этих устройств. Не только 35. У меня там за сотку. Поэтому сейчас все миссии эти быстренько пройдем. Так, запись идет. Запись идет. Все отлично. Все, гасятся сервера. Все, и теперь надо ждать. Ну, 3 минуты, но здесь не 3 минуты, тут, наверное, минут парочку. Сервера сейчас начнут ремонтировать, и нам сейчас нужно их быстренько, короче, понатыкать. Понатыкать, чтобы они не ремонтировались. Да. Денег, конечно, тоже. Если здесь материнку покупать, но она где-то пятеру, наверное, стоит. 5 тысяч долларов и все остальное тоже там дофига это стоит. Но это только первый город. А через веб-браузер еще можно дофига всего там тоже понаделать. Вот они ремонтируются, нужно на них тыкать. Все, 3 минутки прошло, остановить. У нас 2700. Мы не будем читать, там хрен найдешь эту миссию, хотя бы она была бы выделена. А здесь они что-то даже не выделяются. Вот. Так, контракт завершен. Замечательно. Сколько денег? 2700. Ну это вообще копейки. Давай, погнали в магазин. Ой, в миссии войти. Погнали. Да, мы все миссии можем пройти, в принципе. 50 устройств вот на это. Включаем. Четыре минуты. Мьянмар какой-то. Так, где бот-сервер? Сервер. На мое. Вот. 4 минуты уже, побольше. Девять серверов. Потом, наверное, будет 15 серверов.
Да, вот так вот, конечно, вот это все обучалка, это, конечно, прикольно. Вот. Прикольно еще бы они сделали, что тебя там посылают в какой-то участок, и ты как бы уже сам стараешься что-то там как-то изменить, что-то там сделать, выжить все дела. Да, тут они почаще начинают мигать. Каждым разом все больше, больше. Ну, миссии, в принципе, такие. Они прикольнее, когда у тебя есть куча серверов. Не серверов, а ботов. Ботов в твоем сервере. Так, ну все. 3500, отлично. Погнали, следующая миссия. Да, здесь их офигеть. 50, 35, 25. О, нифига себе, что так много. 75, ну выбрать. Минут японский. Погнали. Эй, а где Япония-то? Вот он. 5 минут. Ну, 5 минут, так 5 минут. Комп хочется новенький, блин, здесь. Мне кажется, он может это все быстрее работать гораздо, чем вот это ждать. Сейчас, если накопим там 1020, было бы вообще круто. Сначала можно взять такой средненький, а потом уже, когда много-много-много накопить денег, взять уже самый-самый-самый крутой. Погнали, 5 минут. В принципе, еще пару миссий где-то. Ну, еще вот эту и еще одну миссию мы, наверное, сможем пройти. Понеслась. Это как игра была такая, в крота играешь, когда он вылезает, бах по башке лопатой. Так, это что такое?
Так, ну все. Денежки дали. И это все получили. Давай еще одну миссию сразу. Так, 6 минут теперь. Испания. Погнали. Шесть минут, так 6 минут. Кстати, можно смотреть деньги? Так, где ботнет сервер? 4 куска получается только. Блин, мало, конечно, мало. Но я думаю, с этих всех миссий, там 10 миссий где-то по 800, там 8000 дадут, как раз в конце этих можем купить себе комп. Да, что-то вообще ничего. Даже эти не мигают. А, вот, замигали. Ну, почаще просто мигать начинают. Все. Можно остановить. Денежку получили 6 тысяч уже. Так, ну что, я думаю, на этом хорош, пока закончим. В принципе, вот эти вот миссии, прям они вообще, ну, простейшие. Здесь еще социальная инженерия какая-то. Удаление файлов. Конфликт, построенный доступ, то есть... А, это скоро, то есть скоро. Взлом банка скоро. И корпоративный взлом тоже скоро. То есть у нас две осталось вот эти. И, в принципе, дальше можно ждать что-нибудь нового.
Wi-Fi сети есть взломано всего 10 почему-то. Блин, я их столько там взломал, просто вообще немерено. Не понимаю, почему так. Ладно, вся эта фигня. Ну что, встретимся с вами в следующем выпуске. Я думаю, все взломаем и купим себе нормальный комп. Давайте, пока-пока.